Сегодняшняя тема. Виктория Боня опубликовала в Инстаграме серию снимков, на которых выглядит неузнаваемой. В кадре 41-летняя Инстадива позировала в ярком купальнике у бассейна. Под постом пользователи сети критикуют телезвезду за чрезмерное увлечение фоторедакторами. Кто на фото, слишком уж постановочное фото, так фотошинуло, что без подписи не узнать, кто это, Вика в последнее время на себя не похожа. Фотошоп или изменилось, лицо другое стало, лицо не узнать, что за девушка. Или это ретушь, но ну зачем так фотошопить, натуральные красивее, недоумевают в комментариях. Ранее Виктория Боня раскрыла всю правду о пластических операциях, стала копией Анжелины Джоли и посетила церемонию вручения премии BAFTA. О звездах, которых поймали с подделками, узнай в статье, а в галерее ищи больше фото Виктории Бони. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.